пошутил. То, что Барбара Брыльска говорит, что вы лучше, не сработало ли это против вас? Я чувствую, что мы не отработали на 10. В этот раз была десятка от Барбары точно натянута. Я тебе дам 10 баллов, а знаешь потому? Почему? Потому что я тебя люблю. В нем какая-то есть изюминка. Я пока что, честно, я ее не разгадала. У него что-то вот в глазах, может быть, в усах. Конечно же, нравится его голос. Я в этом городе бываю очень редко. И вот приехал на какие-то часы. В этой песне кураж очень главный, что был. Он все-таки, наверное, больше думал о постановке, это его, наверное, сбило. Он мог спеть лучше. У нас опять ретро. В детстве на этих песнях училась, можно сказать. А я на них сейчас зарабатываю. Лучше из ресторана на сцену, чем из сцены в ресторан. Молодец, молодец. Я думаю, что у него есть перспектива. Даже мои на работе девочки, которые работают в нашем агентстве, сказали, может быть, ему отдать все песни Бондарчука, он поет лучше. Эта ночь на двоих одна, нас запомнит по именам она. Андрій Дроботюк завжди мріяв про сцену, але не вірив у можливий успіх. А його дівчина, навпаки, була переконана, що коханий має особливий талант і неодмінно повинен співати. Вона вимагала від Андрія рішучих кроків у цьому напрямку. Проте, коли побачила яскраві виступи хлопця з Іриною Білик, відчула загрозу і почала хвилюватися, що раптом може втратити Андрія. Я не казала, що я тут буду займатися якимись непристойними вещами. Вот. Вона рівнувала мене ко всім. Це нельзя назвати конфліктом. Я привикла к його постійному вниманню, постійному присутствию. А потім ми з ним переговорили. Вона вроде би успокоїлась, але вот опять то же самое. А опять какие-то обиды, молчание в трубке, там слезы. Я девушка капризная, поэтому мне очень тяжело было осознать то, что его нет рядом. Ты же знаешь, что эта передача – это только начало вообще всего, может быть, в твоей жизни. Во-первых, не баллами же мы счастливы, а тем, что мы просто для людей поем. Ян, как ты считаешь? Мама что сказала, когда передачу посмотрели? Нам, в принципе, понравилось, но он не отыграл. А знаешь почему? Он романтик, девочки. Да, девочки и ой. Мы очень хотим, чтобы в этот раз вы порадовались за нас. Очень хотим. Будем стараться очень. Снежана, я думаю, что следующую песню нужно объявить в стиле наших коллег по микрофону из далеких 70-х. Давай. Ты уже предвкушаешь, как теплым осенним лучиком солнца озарит все вокруг себя песня этой замечательной пары. А вже ж, Максиме, адже коли ця пісня лине просторами нашої батьківщини, жодне серце не може не затріпотіти у знемозі, коли співають душею, і ніхто не залишається байдужим. Зустрічайте, народна артистка України Ірина Білик та Андрій Дроботюк з Мелітополя. Музика Раймонда Паулса, стихи Игоря Шафирана и Якова Петерса. А листья желтые. Не прожить на мире этом, не прожить на мире этом без потерь, без потерь. Казалось лето, не уйдет, казалось лето, а теперь листья желтые над городом кружатся, с тихим шорохом нам под ноги ложатся. И от осени прятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится. Лист к окошку прилипает, лист к окошку прилипает. Золотой, золотой.
осыпает, осень землю осыпает красотой, красотой. Листья желтые над городом кружатся, с тихим шорохом нам под ноги ложатся. Листья желтые, скажите, что вам снится. И пускай дождливы часто, и пускай дождливы часто эти дни. Может, созданы для счастья, может, созданы для счастья. И они, листья желтые над городом кружатся, с тихим шорохом нам под ноги ложатся. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится. Листья желтые над городом кружатся, с тихим шорохом нам под ноги ложатся. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится, что вам снится.